Здесь девушки ломают деревянные бруски, а парни ходят по битому стеклу. Участники военно-патриотических клубов показывают свои навыки обращения с оружием и демонстрируют силовые приемы. Они могут не только увернуться от ножа, но и одним ударом разоружить противника. Свои умения подростки показывали в рамках первого в России показательного выступления военно-патриотических клубов. Мероприятие приурочили к 23 февраля и годовщине вывода войск из Афганистана. Когда дети в результате тренировок становятся сильные до такой степени, чтобы разлетались щепки, деревянные бруски, ну, это, конечно, очень здорово, очень ярко, красочно. А в целом энергетика потрясающая, потому что мы видим на самом деле подрастающее поколение – это настоящие граждане нашей страны, это патриоты, и это действительно защитники Отечества. На показательные выступления съехались патриотические клубы не только из Московской области, но и из других регионов России. В клубах подростки готовятся к службе в армии, проходят физическую подготовку и изучают боевые приемы.